И гости замечательной столицы Урала. Сегодня здесь, на этой сцене, в 11-й раз распахивает свои объятия для исполнителей и слушателей фестиваль под названием «Август». Фестиваль имени Евгения Липовича. Это фестиваль вкоплен в программу мероприятий, посвященных Дню города, и, конечно, не мог остаться без внимания администрации города, собственно, депутатов городской думы и вообще всех хороших людей, которым не безразлична литература и бардовская песня. Для приветствия и поздравления, для официального открытия на эту сцену я приглашаю депутат Государственной Думы, городской, извините, Думы, накликаю, Владимир Павлович Крицкий. Будьте добры, Владимир Павлович. Не, ну вот разве так приветствую? Ну что не сделать? Ну, давай ставим еще. Здравствуйте, Владимир Павлович, огромное спасибо вам за содействие и... Добрый день, уважаемые друзья! Для меня великая честь... ...которые название «Гортранспорт» предприятие, ваши аплодисменты! Кто-то ездит на транспорте здесь? Я думаю, да. ЕМУП «Горсвет». Да будет «Горсвет»! Наши спонсоры и партнеры — строительная компания «ИСЕТЬ». Да, слышали, есть представители компании, видимо, да. Акционерное общество «Паритет». Ваши аплодисменты. И компания «Екатеринбургский лесхоз». Да, это здорово. Да будет лес, да будут хозяйственники. Конечно, возникает вопрос, кто же сегодня выйдет на сцену. Более того, у большинства людей, я думаю, что созрел уже вопрос внутри, где-то в голове. А судьи кто? А судьи сегодня замечательные. Давайте я вас с ним познакомлю, если вдруг кто не знает. Председатель жюри, директор театра «Кукол» Петр Степанович Стражников. Ваши аплодисменты. Кинорежиссер Алексей Анатольевич Копелевич. Автор-исполнитель Екатерина Романова из Челябинска. Все дела бросила, Катя прилетела сюда в жюри. Я думаю, не только свердловчанами, но и всей планеты горячо любимый автор-исполнитель Владислав Шаврин. И сегодня у нас в гостях потрясающий будет бдить, смотреть и понимать вместе со всеми членами жюри, кто достоин звания лауреата и так далее. Ну что, директор фестиваля на этой сцене Сергей Парамонов, встречайте. Здравствуйте, мои дорогие. Мы целый год не встречались. Наконец-то мы встретились. Владимир Павлович сказал: не живем в ожидании, и о счастье мечтаем, так нам сердце велит. Август, скоро кончится лето, и на край парапета желтый лист упадет. Грусть о том, что не спит. Yeah.
прогнозу последних известий не тянет жизнь по снегам топая, а в городе вести скитаются вместе. Птицы скитаются в зарослях белых, высокие горла качают, качают, снег выгребая, молчащие девы, полуживые, я черная птица, и ты голубая, голубая. Календарь снова сложит их года. Лето, осень, зима, весна и весенние ночи без сна. Вспомнишь ты, как ушла она однажды. Лето, осень, зима, весна. Что не той жизнью ты живешь, и себе уже не соврешь однажды. Ты проснешься вдруг и поймешь, что не той жизнью ты живешь, и себе уже не соврешь однажды. Вспомнишь ты, где судила и первый раз. Первый шаг на земле и первый класс. Город детства, что у реки, на горах улиц огоньки. Ветром под аккорды сошлись и напылили, прогнали всех домой, случайно рядом были. Прогнали всех домой. Горячий парень с юга, игривая подруга, кружева по кругу пада. Вдвоем мы последний раз, рука в руке, глаза в глаза, торопится, ворчит. Становишь и назад вернуть, их не попросишь и письма сюда ты не напишешь, лето, дочка. Значит, будем жить, каждое мгновение воспринимать, как вдохновение полной грудью сны и ощущения, и дышать, и дышать яркой стрелой. Старалась как могла за ним поспеть. Ну обернись же, ну скажи хорошее. Но он не любит в прошлое смотреть, а любит размолоть идеи в крошево, погревать, потом перегореть. И в этом точно ничего хорошего. И впору как белуга зареветь. Укрыть ли сердце мертвую поросшую? Сковать железом? Холодом одеть? Но я так не могу. Я хорошая, и мой в единый колор, такой же пунцово-красный, он приобретает большой помидор и взглядом сверлит сладострастным. Он посмотрел на ютюбе разбор, учил все уроки в тиктоке, и вот уж в деснице его помидор краснеет такой одинокий.
Еще бы сильней покраснел помидор. Руки крылья посадили в эту клеть из одних и сладких прутьев. Распустившийся тюльпаном, прижав к груди, домой несла пьянчушка. Таких букетов продано немало, 8 марта стоит как чекушка. Кому-то это деньги небольшие. Счастье с радостью, что гуляли стороной, тихо с глупостью допросились на постой. Счастье с радостью, и чтобы в душе своей мир вам обрести, да чтоб жить среди людей вам без зависти. Пусть печаль гостит, звуча песни спетою, но пусть будет та печаль сына
светлою забыть. Да по острым все камням реченька течет, люди жизнью нарекли. Много видел, но одно знаю я теперь, счастье ищем оно есть в одном, поверь. Чтоб не уходили дети впереди отца, слезы мати не лишили лица. Чтоб не уходили дети. Полезности слов, медленный полураспад верновой чумы, маятник мечется между добром и злом, между прошлым и будущим. Окном зеленый май, бессмертный полк готовится к параду, а право быть с тобой в строю — награда. Ты присядь, отдохни с дороги, посмотри на моих внучат. Часы поедет. Ехатели, которые строят надежное жилье, компания ЛСР, наш большой друг, генеральный партнер, спонсор, как хотите называйте, но это действительно так. И, конечно, вот отдельное спасибо Владимир Павлович Крицкий, сегодня все дела бросил, пришел сюда, чтобы посмотреть, послушать и порадоваться за то, что фестиваль удался. Надеюсь, что все у нас получится и далее. А на сцене, внимание, Ольга Сычева, номинация автор музыки, слова Алексея Измоденова, правильно? И Останкина. Все мосты сожжены, мы с тобою повязаны белым светом луны. Все случается, конечно, все, конечно, происходит. Наши встречи и разлуки нам давно предрешены, шепот тихий, шепот нежный. Конкурсный конкурс, нет, вру, ну через 8. На сцене Татьяна Третьякова, номинация автор. Уважаемый... Мечта, сколько в ней позади вопрос, зовет нас дорога та. Будет новый виток, светопоток, август и май будет. Новый каскад дорог, не думая, просто знай. Уехать, уехать туда, где есть снег, где горы стремятся ввысь, туда, где горит золотой рост, поймешь, что живешь не зря. Уехать, уехать туда, где есть снег, где горы стремятся ввысь, туда, где горит золотой рассвет, и снова прекрасна жизнь. Я по дороге ночью обгонит последний трамвай. Пара-пара-па-па-па-па-па-па. Садясь, улыбнусь невольно, что было, то было давно. А сердце кольнет не больно в районе дома кино. Но так безмятежно и просто найдет мне вагончик ответ. Он памятный тот перекресток, проскочит на желтый свет. Подталкивает горло давишнее. Остановка.
обошлось, вышел в мороз. Красное время не то, на пятачок авто, как пули из автомата, как тигры дали из граната, выдавливают друг друга светом, иных ослепляя при этом. Зеленых секунд дождись, диагональ, стекло толкни и ввысь, очи горе. Процесс, легко найдешь по паре красивеньких принцесс, и можно на безвизе, уж это не секрет, приехать к бабе Лизе на праздничный обед. Быть другом принца Гарри порою нелегко, не спеть на Трафальгаре в тельняшке и трико. Об этом тут же пресса в шекспировских страстях для всех сыграет пьесу о русских дикарях. Быть другом ехать, не пройти, на весенними напевами расцветет земля опять, по садам цветами белыми, не снегами, но сказать мне хотелось про лиловые и про алые цветы. Будут снова краски новые, будут новые мечты. И еще одно. Как инструмент настраивает мастер и каждую струну берет на слух, чтобы они потом в большом оркестре со славных жемчугах росы на закрытых жарких солнечных купалах, серебристых ливнях, на песках косых, у волос лета в родниковых водах, в золоте калужницы брело босым, лакомилось медом во широких судах, нежилась ромашка под дождем косым, отдыхало лето, словно на перине, в облаках кудрявых. У них с ним мир и жвачка на этой самой дачке, и глубоко плевать им на Екатеринбург, то мне не наплевать на Екатеринбург, и мне не наплевать на Екатеринбург, а вам не наплевать на Екатеринбург. Наша жизнь не в
спустя пусти за то, что если бы с тобой был. Ты мне сказал, не скучай, я уезжаю, и скрылась где-то за границей бытия. Я под дождем стою один на лодном маре, а ты по лету убегаешь. Лодочка, с этой песней мы не так давно стали лауреатом этого фестиваля, чем тоже очень гордимся. И сегодня мы успеем. Мы с ним друзьями, каждый мы ужином.
где у природы буйствует. Жизнь проходит у всех в сомнениях, ищем мы у Бога спасения для детей и внуков. Но чуть-чуть наоборот. Наш ответ, как на ладони, не прикрыт и величав. От работы дохнут кони, часто даже не начав. В череде примеров дивных про работу и про труд мощность в силах лошадиных, а не в конске. Кони мрут. Нужен конь не для извоза, он в других делах огонь. В производстве или навоза, или ржать весь день, как конь. Я, конечно, не святоша, но сверкает, как салют, эта фраза «пьет, как лошадь». Кони, стало быть, не пьют. Есть еще пример финальный. В тему спросите? А то. Только конь у нас педальный. Только он у нас в пальто. Слово русское, лекарство, солнце, луч на склоне дня. Отдавали по полцарства не за лошадь, за коня. Чтоб не сел поэт в калошу, чтобы образ не погас. Напрягается не лошадь, а крылатый конь Пегас. Полон мудрости вселенской, сам язык ответ дает. Для чего потребен женский, для чего мужицкий род. То, что сказано здесь было про коней и лошадей, в общем, сила и бред кобылы. Впрочем, все как у людей. Браво! Вещь, и слог, и образы элитны, а на второй, понятно, клещ. Причем опять энцефалитный. Я начинаю все с нуля, строчу и чувствую, о боже, очередной стишок, как тля, листок тетрадный жадно гложет. Хоть в кресло сядь, хоть в лопухи, но все выходит в том же духе. И вот на свежие стихи, как на десерт, садятся мухи. Твердит редактор, не спеши, еще попробуй, будет круче. Всего себя извороши по образцу навозной кучи. Увы, стихов моих тетрадь пока не пользуется спросом. Придется, видно, продавать ее в наборе с дихлофосом. Мое финальное стихотворение называется «Монолог» на конце буквы «Х». Написано оно после получения очередной квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Я думаю, что чувство, которое я испытал, каждый из вас как раз испытывает. Друзья мои, куда мы с вами едем? Мне сколько ждать? Неделю? Месяц? Год? Я человек известный всем соседям. Достоин или нет каких-то льгот? В чем дело-то, что молчалив и скромен, и терпелив излишне, как вассал? Ведь я за столько лет прожитых в доме ни разу даже в лифте не писал. Отчасти потому, что нету лифта. Но вам-то ясно, что не в лифте суть. Так что мешает очень крупным шрифтом в газете обо мне упомянуть? Я кипятком не лью, как из бронспойка. Но и на доме указать пора. Мол, здесь живет такой-то и такой-то. Какое счастье, граждане! Ура! Пока я еще терплю и не конючу, не вьюсь у ног начальников ужом, а мог бы наложить в подъезде кучу. Шучу, конечно, разве что в чужом. Растет в душе неясная тревога, поскольку власть уснула, как сурок, и вместо делового диалога веду я деструктивный монолог. Хотелось бы уже конкретных действий. Судьба должна подать какой-то знак. Но я один, все тонет в фарисействе, как говорил Шекспиру Пастернак. Спасибо. И насиживай толстый зад. Мы на рее повесим идейных врагов. Нам не надо идей чужих.
Если Роджер весел, значит, будь готов расплатиться за то, что жив. Паруса наполнит могучий шквал, и до звона натянут шкот. Но моряк в переделках не раз бывал, эй, бродяга! Лучшие корабли, ну вот ты, кораблик мой, за куда? По краю прибоя бежать босой, все воображая себя отстой. Это не были не боль, а мечта. Наши друзья, спонсоры и партнеры, ура! Ну вот, кратко о хорошем. Да, неистребимая, но ты меня не покидай, моя любимая. Над синей крышею дымок и стол под сливою. Старался сделать я как мог тебя счастливою, чтоб путеводный свет не газ в ночи бы выручил. Я отче наш, как отче нас, на память выучил. Синицей теплой в руках, ручным ли соколом, неважно как, не за горизонт остался только клоун, полетом околдован, печалью заражен. Радужный мост в небеса манит кричащим соцветием. На буни, на уикенды, с кем не в ладах, а с кем дружу. Беру с собой платки и ленты, и узелки, вяжу, вяжу. Могу глубоко. Печень приспособлена, печень натуральной переварить алкоголь. Натуральной переварить алкоголь. Ягоды кривали они для здоровья. Что им в жизни клевать? Москвичи, чтоб птичьи сберечь поголовье, пьяным птицам лучше вам не приставать, пьяным птицам. И трамваи, словно звери домашние, будут пробовать на запахи вкус. Наш таинственный 12-й плюс. Так возьмем нахрапом, несчастьем чем-нибудь возьмем. Любимым был, не станешь братом, мы не окажемся вдвоем. А что теперь? Мы стали незнакомы. К чему веселый звездопад? Семейные фотоальбомы на вине наших не хранят. Теперь... Человек, зачем вам этот человек? Он слишком верный. Зачем вам этот человек, он слишком странный? В его распахнутых глазах двойные рамы. Он будет бешено скучать, пока он дышит, но ни за что не позвонит, но ни за что не позвонит, но ни за что не позвонит и не напишет.
зачем вам этот человек? Мы в конец, в попытке отсрочить финал. Но коснешься рукой, все растает, как дым. Я не стану другим, ты не станешь другим. Только музыка может помочь избежать бумеранга. Даже если за все усмешка в ответ, кто-то в день и выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Наташу Ростову, Маргариту Николаевну, а главное Марфу Посадницу и княгиню Ольгу. Не деконструируй волшебства, там внутри токсичные отходы, спитый чай, морковная ботва, грязь, опилки, шламовые воды, блистер вышелушивая йод, ешь, но помогает эта слава. Гость приглашенный, чтоб разделить каравай, веселье, тепло и слегка поддержать беседу. И если звали лично меня, о чем же тогда грустить? Здесь меня любят такой, как есть, а время придет, поеду. Так есть ли смысл смотреть на часы? В комнате моей души теплеет, отопление включи, видно. Можно варежки сушить спокойно, даже если будет минус 40. В комнате моей души можно жить. Прости, Боже, моя рубаха, судья, хлеб, да вода. Неведомо куда, а мимо проплывают деревни, села, города. Куда меня несет лихая? Куда, куда? Не знаю. Время.
Владислав Шадрин, Екатеринбург. И где-то в тылу, понимаете, дожидается Павел Фахрутдинов, потому что у него впереди целый концерт. Ну что, Сергей, Сергей Парамонов, директор фестиваля, разумеется, да. Кто начнет говорить, ребята, решайте сами. Мы начнем. Дорогие друзья, жюри в этом году приняло решение гран-при не присуждать. Это первое объявление. Но зато, ну зато мы придумали несколько спецпризов, и думаю, что вы нас поддержите. Первый спецприз за сохранение традиций авторской песни вручается Максиму Зуеву за песню о переселении душ. И на вырос куртка мальчик.